Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я выхожу с видео по эстафете. Эстафету запустила известный блогер Анна Перматова. И смысл этой эстафеты в том, чтобы рассказать о себе, рассказать о своем роде деятельности и передать эстафету дальше другим блогерам. Саму эстафету мне передала Ирина Епишева. Ирочка, большое спасибо. Ну и давайте начнем по эстафете. Значит, зовут меня Ольга. Мне 44 года. Я из города Дзержинска, Нижегородской области. Это центральная часть России. У меня семья полная. Я замужем. У меня двое деток. Сыну 22 года, в данный момент он служит. И дочке 19 лет, она у меня с особенностями, она аутист. Я не работаю, так как ухаживаю за дочкой. Цветы – это мое хобби, отдушина и мой лекарь. Муж мне помогает. Увлечение мое поддерживает, и все вот эти полочки, светильники, все это сделано его руками, за что я ему очень благодарна. Он работает, времени у него немного, но мои хотелки исполняет. Как я уже сказала, я занимаюсь пеларгониями, именно сортовыми пеларгониями с 21 года. Ну, опыт у меня есть в выращивании, и, в принципе, канал я создавала больше для того, чтобы поделиться небольшим опытом. Может быть, он не суперсовершенный какой-то, но в моих условиях я рассказываю, как я выращиваю цветы, и даю какие-то советы, если у кого-то подходят такие же условия. Каких-то секретов особых нет, в принципе, я все и показываю, и рассказываю на своем канале. Что нужно какой-то секретик раскрыть? Ну, наверное, нужно любить свои растения. Когда ты находишься долго с ними, ты уже видишь, чего им не хватает. Ты с ними разговариваешь, они как-то тебе подсказывают это все. Ну, а если серьезно, вот так, даже секретов-то я не знаю, каких раскрыть. Не знаю. Я вот тут, кстати, про черенки рассказывала. Так вот, ну, может, это не секрет, конечно, но тем не менее, пускай это будет раскрытием секретика. Для того, чтобы черенки лучше укоренялись, все-таки чем стерильней субстрат, на мой взгляд, чем более чистый, тем лучше они укореняются. Ну, пускай будет это тоже как один из секретиков. Давайте по третьему вопросу нужно передать дальше. Эстафету. Первый канал, который я бы хотела порекомендовать и который я смотрю сама с удовольствием, это Пеларгошки Санкт-Петербург. Ирочка его ведет. Очень нравится мне ее видео. У нее видео тоже о пеларгониях, и она их выращивает на своем балконе. У нее немножко отличаются условия от моих. Но мне очень нравится, как она рассказывает и также свои эксперименты какие-то, делится своим опытом. Поэтому, Ирочка, я тебе передаю эстафету первой. Принимай. Второй блогер, она достаточно тоже известная, но канал не больно давно стала вести. Называется «Цветночный блокнот» Альфия. У нее тоже немножко отличаются условия выращивания пеларгонии от моих. Ближе, наверное, к Иринкиным, но мне она тоже очень нравится. Она выращивает очень много занартиков и делится своим опытом. Ну и третий канал, который я тоже смотрю, он не про пеларгонии, он про бегонии красивые. И я бы его тоже хотела порекомендовать. И называется он «Иришкины бегошки». Вот. Иринкины бегошки, правильно. Это Ирина из города Мурманска. Ну вот девочки Альфия, Ирина и Ирина из Санкт-Петербурга, я вам передаю эстафету. Ловите, принимайте.
Всем всего доброго. И так как видео выходит в преддверии Нового года, всех поздравляю с Новым годом, с наступающим. Самое главное вам мира, добра, чистого неба и здоровья всем. Всем спасибо. До свидания.